Всем привет, с вами Кекс, и сегодня я покажу, как я делаю самую простую и легкую аджику, которую я когда-либо пробовала. Она очень-очень вкусная, обязательно сделайте, особенно если у вас завалялись кабачки, которые не совсем молодые, сезон их отходит, поэтому обязательно сделайте. Рецепт указан на экране, и я его обязательно укажу под видео. Кабачки мы чистим от кожуры и удаляем полностью от семян, чтобы их не осталось. И их нужно будет пропустить через мясорубку. Также нам сюда еще понадобится томатная паста. Можно сделать и с помидорами, можно делать и с томатной пастой, но с помидорами более жидко получается. Также я сюда добавляю сладкий перец и можно один стручок горького перца. Я сладкого добавляю побольше для цвета и для вкуса. Томатную пасту вы берете любую, абсолютно здесь роли не играет. Все это добро мы пропускаем сквозь мясорубку и ставим на огонь. Добавляем сразу соль, сахар, подсолнечное масло и воду. Закрываем крышкой до закипания, потом можно крышку приоткрыть, чтобы немножечко испарялась влага. И варим это все добро 20 минут. После того, как 20 минут у нас это все поварилось, надо добавить чеснок и уксус. Еще поварить 5 минут после этого. Как раз за это время я начинаю стерилизовать банки и крышки. И после этого я закатываю свою аджику в стерилизованные банки. Оставляю сразу одну или две баночки, потому что мы еще любим кушать ее сразу. Мой муж принципиально раньше не кушал кабачки, и первые года 4 в браке он даже не знал, из чего это аджика. И он думал, что это обычная там с морковкой, яблоками и тому подобное. Поэтому обязательно попробуйте, это очень легко, очень просто и очень-очень вкусно. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока!